О, пацаны объявились. Ну, сейчас я вас. Алло. Ночью 17 раз звонил. А хуй трубку не берете, а? В зале вот звоним, говори, а я сейчас скажу. Вы что натворили с Айгаки? Вы понимаете, чью машину расколотили? Он знает. Эй, ерунда, не не было ничего. Нормально все. Да с два у вас все нормально. Даже я здесь в курсе, что этот, как вот этот, ну, короче, депутат вас ищет. Такой шмон по всему городу идет, вся иммиграция на очке сидит. Понт бери, не надо. Да какой понт? Иди покури, он 5 минут на улице. Не курю, вредно. Импотенция, недоношенность, пародонтоз вызывает. Ладно, проблема есть в натуре. Что делать будем? В смысле будем? А я тут при чем? Это вы будете. Ну и что мы делать будете? Из города вам валить пора, пацаны. Прямо сейчас и надолго. На месяц? Навсегда.